Дамы и господа, дорогие друзья, огромное спасибо. Вот это то, что молодцы. Молодцы мы все. И замечательно. Вы знаете, 6 лет фестивалю «Летние сезоны». Он возникал как-то так спонтанно, может быть, да, благодаря тому, что наш город Йошкар-Ола развивается, так, что красота, которая нас окружает, она впечатляет, и мы хотели выступать на сценах именно Йошкар-Олы. И год назад «Лебединое озеро» здесь, в Юрино, заложило новую традицию, по-моему, совершенно замечательно. И вот сегодня одна из зрителей мне сказала: огромное спасибо, вы обещали Ромео в Юрино, Ромео здесь появилось. Огромное спасибо всем, Михаил Зинович, вам, министр культуры. Спасибо огромное, Михаил Зинович, за то, что вы поддерживаете наш проект. Огромное спасибо замечательному нашему партнеру театра, и не только по летним сезонам, ТНС Энерго. Огромное спасибо вам, Екатерина Динаровна Вахитова, которая поддерживает наш театр все время и готова протянуть руку в любой момент. Огромное спасибо администрации Юринского района. Огромное спасибо Мария Евгеньевна Шихова, огромное вам спасибо за то, что вы сделали. Огромное спасибо Наталье Ананьевне за то, что вы создали действительно этот амфитеатр, помогли нам. И очень хочется, чтобы наши летние сезоны в Юрино продолжались. Ждите нас, приезжайте сюда, дорогие йошкар-олинцы, жители Чувашии, Нижнего Новгорода, Кировской области. Дорогие друзья, огромное спасибо. Браво!